каждый год ходим в зоопарк, иногда бывает по два раза в год. Сегодня тоже идем. Может быть, увидим там что-то новенькое. В зоопарке несколько лет назад поменялся директор. Может быть, что-то и в зоопарке поменялось. Пойдем тюленников посмотрим. Обожаю тюленников. Видно их там? Ларушку потом взяли. Возьмем, давай. Где мои любимые тюленики? Самые забавные в зоопарке это тюлени. Где они? О, один спит. У него день тюленя. А где второй? Кому вкусно? Какие милые! Морские свинки это детство. Малыш с мамочкой. У них такая мордашка. Мордашка классная. Ой, какая классная. Симпатичная мордочка такая. О, здрасте. Он пришел. Да, мы попали как раз на кормежку. Смотри, как она обдирает веточки. Эрнест, смотри, как она веточки обдирает. Не лезь, не лезь, нельзя. Наверное, траву ищет. Нет, она, видишь, кору объедает. Видишь, ей положили веточки свежие, да, она кору объедает. Хорошо, что они шевелятся, а то обычно спят, да? Мото-мот. Какая складочка. Красавчик. Ой, проснулся. Проснулся киса. Киса? Да. Да, у всех время обеда. Мы так пришли. Сколько сейчас время? Четыре часа время обеда. Ой, какой красивый. Голову вытяни. Хвост красивый. Тайван из фазан. На Тайване, да? А если красивая птичка. Будешь жить в Японии и поедешь в Тайвань дополнительно, тогда... Там что-то строят. Будет что-то новое. Для птичек, наверное. Прическа Эйнштейна. Да. Эйнштейн переродился. Когда я вырастаю, я понимаю, что они достаточно.
Пойдем, жиров умываю. Есть тут что-то? Будет как-то? Да, ну да, тут были температуры. Здесь душно. Привет! Это малыш. Какой красивый. Почему за Андрей? Пойдем туда. Что хочется? Малыш. Где родители? Эрнест, не кричи. Нельзя в зоопарке кричать. Испугаешь животных. Здрасте, Андрей. Куда ты пошел? Ну, конечно, на улице еще холодно. Смотри, как здесь жарко. Старые совсем, давно заброшенные. Может, тут тюлени были давным-давно. Прям вот с детства помню, что они всегда пустые были. Кстати, почему мы раньше не догадались? Смотри, электрический заборчик у них, чтобы не сиганули. Это девочка. О, махач, махач. Ой. Ой-ой. Ё-моё. Вот какие. Смотри, девчонки обратно пошли. Ё-моё. Ну как настоящие мужики не могут остановиться? Они как-то разом. Пустите его домой. Бедненький. Вот так вот. Один запищал, другие все. Он просто ступеньку начал драть. Видимо, остальным не понравилось. Какая у них шкурка. Господи, как красиво. Короли. У них волосы. Бедненький, бедненький. Он хочет вовнутрь. Бедненький. Наверное, больно. Это пошла пожалеть, может? Не знаю. Может, подраться, может, пожалеть. Я думаю, что она пожалеть пошла. О. Я думаю, они просто разнимать пошли, на самом деле. Может быть. Он водичку пьет. Логично. Вот так вот, дикий мир. Да, неволе.
Ну, это не воле, в диком мире они тоже там и дерутся, разборки у них всякие. Клан против кланов. Но она пожалеть его, по-моему, пошла. Да, пожалеть. Бедненький, не забраться вовнутрь. И обратно нельзя. Ну, какие? Видишь, как? Так вот. Вот бы не брали бы. Девчонки разбирать пошли. Сребер вторая тоже пошла. Ну. Ну да, он, видишь, к ним идет, он не боится. Видишь, как будто она зовет. Ребенок не усугубляй ситуацию. Драма. Этот... А этот наблюдает. Сериал. Да, девчонки пожалели. Бедненький, мне его жалко. Мне было бы его жалко, если бы вообще никто не поддерживал, а тут его поддерживают. Какая краска красивая. Да. Так у бабушки в деревне тоже коровкам соль давали. Соль облизывает. Чтоб все микроэлементы были. Как можно убить вообще? Прелесть какой. Попка какая милая. Ушки пушистые, посмотри. Они как эти, господи, как ослики, да? Серьезно, как у обобусов дела? Видел зеброчку, Эрнест? Да. Да? А что так быстро ушел? Надо спать убивать. Не убегай, пожалуйста. Какие они милые. Интересно, как у обобусов дела. Разукраска интереснее выглядит в жизни, чем в телевизоре. Смотри, какие у него ушки пушистые. У них всех разные разукраски, никогда не повторять. Лапки такие интересные, и по позвоночнику еще такой. Серега, это белый в черную полоску, у него жопа белая. Ну-ка, этот. Да, этот больше белый. Белый в черную полоску, а вот этого мы пока не знаем. Какие они красивые. Он сегодня не показывает, пока что жопа. Красивые. Я бы посмотрела бы его жопу. Мне кажется, они все же белые в черную полоску. Слишком у них все белое. Много белого. Пузо у них белое. Пузо. Если пузо белое, значит он белый. Белая, морда белая, видишь? Мне кажется, они белые в черную полоску. Я думаю, что ей по кайфу. Я думаю, что да, она поела и отдыхает. Это она столько отдохнула. Ну да, все так отдельно от нее. Не просто, это она так отдыхает, что она полностью выключилась или что? Я думаю, что... Я надеюсь, что с ней все в порядке. Ну, я бы сказала, что ей очень хорошо. Дышит. Ей либо ей очень хорошо, либо ей очень плохо. А перестанем записывать, скажу. Звуки природы. Все, Эрнест. Что там, сурикатов нету, что он так быстро оттуда ушел? А, есть. Идем смотреть сурикатов. Обязательно. Все, человек счастливый. Где сурикаты? Ай, кутик. Интересно, что на мать и мачеху похоже. Но это не мать и мачеха. Вот зачем мы идем в зоопарк. Вот зачем мы идем в зоопарк. О, привет. Да, помнишь, а он был в прошлый раз. Ого, птица. Попугай испугал. Динозавр. Ням-ням-ням. Пыра. Пука. Что это пыра? Его, наверное. Выключите ты лицо. Привет, хороший. Это дырка, наверное, чтобы они пролезли. О,
Ой, какие миленькие. В прошлый раз он тоже без глазика был. Где? Чтобы они лазили, у них там внутри еще домик есть. Когда холодно, они идут домой. Да, он на стрёме стоит. Поэтому у него нету глаза, он опасный, он боевой. Боевой опасный. Сурикат! Сурикат. Извините. За опоссум ответишь. Предательница. Ой, привет. Привет. Прелести. Перламутровые крылья. Такие активные. Угу. Ну, эти маленькие попугайчики. Как обычно. Кто это? Мелн, Вайгу, Зальс, парни. И ты... Неразлучники. Неразлучники. Чернощечки. 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 Какой он. Вот почему они такие вместе. Все, идем в будочке сидеть. Я вижу дырку. Я вижу дырку. Все, спрятался. Красавец. Прям в душу смотрит. Информации с собой пропускаешь, Эрнест. Эрнест. Своей информации с собой пропускаешь. Самая какая-то скучная. Там еще сидит второй красавчик. Они моргают, так они тут. Теперь он на тебя смотрит. Вот слава богу. Ты чувствуешь, как он тебя вдруг... Все, он нас послал нафиг. Я хотела спросить, что он только на тебя смотрит? Наконец-то я на меня посмотрю. Он все показал, что нас думает. Мы обнаружили, что они сегодня ели на обед. Помните в начале видео морских свинок? Да? Я думаю, что не стоит показывать. YouTube заблокирует, нет? Ну тут только шкурка осталась, тут и ничего такого нет. Маленький. Да, у него на обед сегодня была морская свинка. Коллега. Коллегу сожрали. Жизнь. Жестокая штука. А не что? Смотри на меня так. Выгодно. А почему смотри на меня тебя смотрит, а на меня нет? Что, он в куку тебе? Что, да. В куку? Зачем? Я понимаю, там красивый. Зебра. А у них нет? А, есть какой-то водоем. Потому что у него ласты плавающие. Красиво. Mm-hmm. Ну, у нас он в лесу точно не спрячется. Mm-hmm, слишком яркий. Да. Дерево не ешь. Откуда они вообще? Смотри, где он дерево живут? Ест. А где они живут? Он ест сосну. А где они живут? Может, там жуки? Нет, жуки он кору ест. Ну, жуки ж под корой прячутся. Витаминов не хватает? Нет, он хочет просто это... Эскейп-план. Эскейп-план. Ой, пойдем посмотрим, где они живут. Ой, смотри, хвостиком. Хвостиком наше, смотри. Заигрывает, наверное, смотри. Она прошла мимо.
Игнор полный. She dumped him. А это вообще такой кренделёк красивый, смотри. В Африке. А, ну вот эти в Африке. А эти? В Азии, смотри. Мандаринка это. Они, вот это уточка мандаринка. Я в другую сторону пошла. Я слежу за этим сервером. Ой, красавец какой. Ой, второй как? Я думаю, что да. Я думаю, что они протоптали. Thank you.
это даже трясется. Вот этот орал. Который второй сидит. Она хочет идти дальше. Ну, о, видишь, тихо, трясется. Ну тихо. Да. Он не вместе кричит. Эти кислотные. Каждый раз ходишь в зоопарк, каждый раз их видишь, и каждый раз этих больше. Удивляешься, да, Эрнест? Мама, этих больше. Угу. Сейчас. Да, он покушал. Угу. А где желтая? Точно желтую сожрал. По длине, думаю, сошло бы. Какой он большой. Смотри, какая голова. Угу. Привет. Какой тяжелый. Подожди, я хочу снять какой-то курс. О, зеленый какой. Видишь? Это палочник. Только тут они коричневые, а тут зеленые. Покажи где. Ну вот, не сивишь, усы торчат. Деревце что, коричневое, видишь? А палочник зеленый, как веточка. О, моя. Я тоже видел. Видел, заметил? Да, его вот. Сложно заметить. Да. Ой, еще один. Еще один. Как-то все коричневое гораздо больше. Лопики, тараканчики. А, нет. Лопы и таракашки. Сверчок. Ты еще не посмотрела. Это сверчок. Смотри, насколько там. Сверчок, да, сверчок. О, боже, я... О, господи, как это противно. А, по-моему, красивые. О. Красивые тараканы. Ну, сейчас плохо будет. Фу, где какие они противные. Ну, а если, кстати, поприятнее будет. Они, наверное, хрустящие. Да, так... их, наверное, жарить можно и да. Кушать. Такие в Японии. Ой, ну вот эти, фу, я представляю, они, наверное, звуки издают какие-то ночью. Ой, кушай, смотри. О, банан кушает. Да, прикольно. Они так спят, миленько, кучкой все. Кучка таракашек, так взять их? Ну, они, на самом деле, очень милые. Смотри, это детишки, походу, коричневые, маленькие. О, да. Где? Ну вот, смотри, это, наверное, детишки. Нет, я думаю, что это другой вид какой-то. Ну зачем, если тут одна? И здесь еще... О, боже, ой, ужас, господи, как я боюсь тараканов. Что это у них на панцире такие штуки такие? Рога, все. Ты оскорбляешь тараканов? Ну, извините. Кузнечки. А вон маленькие, смотри, вон там маленькие. Они аппетитнее выглядят. Они миленькие. А я такого на руках держала. Саркан, делай сирсенес. Я только наши держала. Сранья, саранча, сирсенес. Саранча, извините. Них... О, смотри, как он ест яблоко. У них ноги смотри, такие острые. У них ножки острые. Смотри, он как будто из воска. Угу. У них голова это, слушай, они, у них лапы острые. Эти о чем-то беседуют, наверное, смотри. Ой, Руспров, какие они милые. Эрнест, подожди, мама, только что отсюда подошла. Интересно, почему один, смотри, они такие матовые и один только блестящий, яркий? Может, это главный какой-то? Или девочка, мальчики, девочка.
Как они погрызли, смотри. Почему такие красивые? Почти. А почему? У них номера. Реально? А зачем номера? Чтобы не разбежались. Ну, наверное, для каких-то... С какой-то целью, может быть... Кто сдох, кто нет? Не знаю. Ой, они опарыши кушают, смотри. Может, наблюдают за ними как-то. Они опарыши? Че, они гигантские. О, смотри! А, я думала, он держит мандаринку. Не, он не держит мандаринку. Какие они гигантские. Да, слушай, да. Они были здесь или нет? Я что-то их не помню. Так я тебе говорю, Катя, я прихожу, купить совсем что новое. Это убитый жизнью. Вот этот кузнечик на меня смотрит. Он тебя не смотрит, он убитый жизнью. Он в стенку смотрит. Его все достало. Серьезно, он двигает глазами. Он устал от людей. Ты видишь, как он двигает глазами? Нет. Прикольно. Не было их, я не помню. Да, на самом деле такое ощущение, что нажмешь, а он внутри пустой. Я сомневаюсь, правда, что они пустыми будут. Хотя... Надо спросить у тех, кто тут работает. Я думаю, наверняка кто-то наступил один раз. У меня все кузнечики.